have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы идем в компанию в Тапсе. Если что, мы остановились на жутко страшной компании, идем в Кости. Костя, ты тут? Понятия, что нас тут ждет? Скелеты. Много скелетов. Музончик, кстати, подходящий. Так, нам дают практически все. И пиратов, и не пиратов. 1800, не так много, если что. Я не знаю, что эти скелеты умеют делать, но давайте гарпунеров поставим. Они неплохо разлетаются, так эти скелеты. Мы их себе просто по одному подтаскиваем. А, они пугают. Ясно, но все равно справились. Мне нравится карта. Темненькая, хорошо так. Черт, скелеты, скелеты, лучники. 4000. 4000. Ну, можно, конечно, вот так. Это оправдалось. Вложение финансовое. Одного Зевса они, кстати, убили. А вы кто? А что с вами не так? Какие-то очень странные чуваки. Ну, давайте по той же схеме, что ли? Я просто не знаю, что они делают. Ну, они умирают. Это уже хорошо. Ладно. Схема с Зевсами работает. А вы кто? Какие-то страшные чуваки. Так, король. Ну, давайте вот так и, не знаю, на 1000. Давайте шилдеров поставим. Они ворон пускают. А, они и есть вороны. Ясно, понятно. Просто забудьте. Это вампиры. Я такой думаю, это ворон пускает. Это не ворон пускает, это вампиры. А, тогда. Что мне нужно? Мне нужны, наверное, ярлы. Что все эти ребята прилетели. Я их сейчас массово... Оп! Оп! Раскидал. Вот эти звуки. Моя победить. Хорошо. Чёртовы катапульты. 5000. А я знаю, что я хочу. Кого ты поставил уже? Убери. Так, где вы были там? Вот это. Это сюда. Это сюда. И на 1000 трех гарпунеров поставлю. Ясно. Это так не работает. Тогда... Кого я хочу? Я, наверное, хочу хейрайдеров, что ли?
Не, хайрайдеры тоже не работают. Хотя... Вон чувак яблоками всех разбивает. Они застреют, для них тут слишком тесно. Ой-ой-ой, это красиво, он сейчас их снес. А, мы победили? Я что-то думал, что у вас, ребят, уже это, а вы еще это. Такой... Ну, поехали дальше. Хайрайдера затащили. Так, катапульты, стрелки, стрелкопульты. Стрелков дофига, прям вот дофига. А, еще и вампиры, вампиров я не заметил. Не-не-не-не-не, это не вариант. Вампиров я не заметил, блин. А, так, тогда. Что я хочу? Не нужно что-то массового пора... Ну, давайте тех же Зевсов, что ли. Зевсов и на 1000... Там, я не знаю. Тех же гарпунщиков поставим. Нет, это что-то прям как-то слишком. А давайте... Сейчас, секунду, ребята, да уйди ты. Проблема в том, что они своих же сейчас начнут убивать, да. Мне нужна какая-то приманка. Мне нужна какая-то... Ну, знаете что? А что если вот так? И где они там были? Вот так. А чё вы так медленно... Да не, ну ребят, ну это же вообще не фан, вы чё? А чем? А что? А как? Ну как бы, наверное... Нет, там слишком высокий. Он рукой зацепился. Отвалите от меня! Так, хорошо. Так это тоже не работает. Да, цепись-то! Ты прикинь? Свали от меня. Ха-ха-ха, пробил.
Я их убиваю потихоньку, если что. Так. Чем же закончится эта эпопея, мне интересно. У меня меч там застрял. Так, не падаем, не падаем. Нет, 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 встань. Hardy-bearded. Да Hardy-bearded, конечно, да, но... Он упадет сейчас. Мне интересно, что случилось с катапультами. Так, ладно, у нас есть один король, у нас есть... Второй король. Давайте так пойдем. Они меня бьют или где? Блин, второго короля убили, но на самом деле... Смотрите, в чем прикол. У нас же есть еще 2000. То есть, а король сколько у нас стоит? 1500. А если здесь поставлю 2 короля? И на 500 можно еще каких-нибудь там, не знаю, арчеров. Вот тут. Эти сейчас придут сюда как к приманке, да? Да, встаньте от меня. А назад вы уже не попадете, придурки. Блин. Неудачно получилось, погодите. Давайте... Еще раз, но мне нужно, чтобы вампиры не убили вот этого чувака. Нет! 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 Они его испугали! Так. А что если... Get the fuck.
bearded. Чуваки, Харды Бирден. Мне в прошлый раз повезло, что мне меч там застрял. Блин, живых тут остались только... Погодите, остались только вот эти? Мне бы как-то туда меч просунуть. Есть, я их так убиваю. Я победю! Давай, Хардебирн, вставай! Ты обязан встать! Погодите, а кто еще остался? Кто еще живой остался? Тут скелет, который не может стать это. Как будто отсюда что-то рычит. Вот ты что ли? Ой, блин, это такой сейчас тупой геймплей. Это вон тот лучник? Кто остался, я не пойму. Звук вроде отсюда откуда-то идет. Блин, вот это сейчас тупо, да? Да! Я его все-таки затыкал. Ой, блин, это какой-то кошмар. Извините, ребят. Это, я понимаю, насколько бредово это было, но это было. Так, чувак с вращающимися мечами. Ярлы. Ну, давайте по старинке, а там посмотрим. Ой, там вампиры! Ноп. Так. Давайте одного. И давайте, наверное, может быть, ярла. И давайте, может быть, каких-нибудь двух берсеркеров. Или берсерков, или... Давай, массово! Бам! Хорошо. Вампиры сдохли. Даже ярл у нас остался пока что живой. Есть! Победа! В этот раз было не так жестоко. Блин. И 7000, да? Да. 7000. Так. Значит, Ярл. Блин, я берсеркера вставлю. Ага, ярл. Раз, два, три, четыре. Остается 1000.
что мы можем эффективного на 1000 поставить? Можем дракона, кстати, поставить. Блин, дракон вообще неэффективная штука, его очень быстро убили. Ярлы тоже неэффективная штука, смотрите. Да. Не годится билд. Не годится. Так мы от лучников быстро избавляемся. Ну, относительно быстро. Да, у нас минус один Зевс. Змеи его сейчас съедят. Когда змея укусила. Ну-ну. А ты кто такой? Чё за рипер? И на 500 давайте... Блин, они слишком... Вампиры это проблема. Вампиры слишком большая проблема. Значит, раз, два... Три. А на фронтлайне у нас будут шилдеры. Так, ну вроде, кстати, затаскиваем, мне кажется, да. Да, хорошо. А, теперь я играю риперами против всех остальных. Сорткастер, рипер. Ну, давайте рипера посмотрим, что и как. Давайте сорткастера. И... Блин, Сорткастер хороший чувак, мне нравится. Рипер тоже красавчик. Ясно. Так не получится. На самом деле неплохо. Убедан! Да-да! Кидай! Скорей! Есть! Фух! Последний один на один остался. Ну что ж. О-о-о! Там их внутри будет просто сейчас 100-500 тысяч, да? Вампиры. Стой! Нормально, это было дико. Дико нормально. Так, что у вас тут? У вас тут шилдеры, шаманы, много, блин, шаманов. Давайте вот так вот сорткастеров поставим. И просто никого к себе подпускать не будем.
Блин, метатели, кстати. Да, я понял. Нужно... Раз, два, три, четыре. И еще одного сорткастера сюда. Идея неплохая, но, может, о, кстати. Они как отвлекающий маневр очень хороши, кстати. А, нужно, да, но вместо вот этих ребят... Так, еще одного поставим. Вместо вот этих ребят еще одного сорткастера, который будет идти и добивать. Они их собирают вместе? Да, под катапульту все сейчас. Блин, сорткастер очень быстро заглох. Нет, это не то. Нужно их как-то расставить по-другому. Неплохо. Нет! Блин, метатель, чертов метатель. Так. А что если... Не, вообще надо продумать все. А что если мы возьмем Рипера? И... Раз, два... Нет, и обычных скелетонов. Блин, Рипер не справится. Его слишком мало. Погодите, а что если... Блин, Рипера слишком быстро убивают. А Кэндлхеды что делают, я забыл. Чё-то как-то, блин, не знаю, ребят, сложно. Давайте так, так. И вот так. Блин, метатели. О, у них очень хорошая комбинация. У них и щитами все прикрыто. И прям вот вообще хорошо.
Не знаю. Хорошо, ребят, давайте тогда я посмотрю, что можно сделать с этой комбинацией. Начнем в следующий раз уже с этого уровня. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.